Всем привет! Сейчас 5 утра, и мы прибыли в столицу Объединенных Арабских Эмиратов, город Дубай. Это аэропорт города Дубая. Сейчас я вам покажу. Еще одна новая услуга компании Emirates. Нам выдали вот такие талоны для, смотрите, денежки бросают, наверное, как примета, кто хочет вернуться или просто помощь. Вот такие талоны нам дали еще в самолете. Мы можем позавтракать здесь. Удивительно, много женщин в этих платках. Некоторые вообще полностью закрыты, только одни глаза. Чисто, наверное, арабские такие законы серьезные. Некоторые просто в платках. Вообще, конечно, Дубай поражает своей красотой. Сам город. Мы были здесь уже и в аэропорту, и в магазинах. Видно, что ну, как богатый, богатая страна, богатые. Все на показ, все блестит, все яркое. Вот такие лифты. Я не знаю, вам видно или нет, очень красивые вот эти водопады. Вода стекает по стенам. И очень хорошо видно, конечно, из лифта. Мы только приехали, я не сообразила вам показать. Видите, как красиво. Вода стекает по стенке со второго этажа. И вот такие фонтаны разноцветные, подсветки. Конечно, такое можно увидеть в Дубае везде. В магазинах, в шопах. Вообще, конечно, очень все сделано. Как бы красота. Везде все, все блестит, все богато. Страна богатая, и все сделано богато. Красавец, конечно, красавец аэропорт. В аэропорту не только лифты, но еще и метро. Такие поезда.
такие завтраки нам дали на эти талоны. Здесь видите, что роллы с курицей, а у меня с овощами и сыром. Ну так, не очень-то, конечно, не очень балуют, но талончики бесплатные. И кофе, конечно, еще. Неплохо для завтрака. Хочу вам показать еще одно местечко в аэропорту. Вот такой, я не знаю, сад. О, какое интересное дерево. Что-то напоминает сосну. Какое-то, да, игольчатое, но очень интересное такое высокое дерево. Сколько цветов. Какой чудесный садик. Еще и фонтанчики. Красота. Вот такой.